Семинар по вопросам создания и деятельности общественных объединений и фондов – мероприятие, которое специалисты Главного управления юстиции Брестского облсполкома проводят на регулярной основе. Каждый раз в зале они собирают руководителей и представителей общественных объединений, чтобы донести до них новшества и изменения, произошедшие в законодательной системе относительно недавно. Это позволяет сверять часы и делать срез качества деятельности общественных объединений, их количества и функции. Мы занимаемся развитием и популяризацией велосипедного спорта и продвижение его в массы. То же самое, как и спортивное, так и туристическое направление. Потому что у нас клуб делится на два подразделения. Профики и обычные, которые именно решают, идти в профессиональный спорт или не идти в профессиональный спорт. И благодаря этой программе мы работаем с управлением спорта, с юстицией. Ездим, участвуем, представляем интересы Республики Беларусь. Как в нашей стране, так и за пределами. Каждая организация ведет план деятельности, а также отчет по итогам его реализации. О форме и структуре необходимых документов также шла речь в рамках семинара. Согласно постановлению Министерства юстиции от 30 октября 2020 в структуре и подходам к отчетности произошли некоторые изменения, на которые сейчас стоит обратить особое внимание. Донести до заинтересованных лиц и объяснить. Такой диалог между общественными объединениями и госструктурами позволяет выстраивать качественное взаимодействие. Люди как бы собираются для определенной цели, создают общественное объединение, в чем помогает Главное управление юстиции Брестского облсполкома. То есть они всегда поддерживают, всегда направляют, даже если есть какие-то ошибки, они подсказывают, как правильно сделать, то есть чему наше общественное объединение, то есть мы все очень благодарны. В своих рядах общественные объединения Брестского региона, как правило, собирают людей активных, имеющих конкретные взгляды на происходящие в области процессы и видение, как сделать работу в отдельных направлениях более эффективной. Поэтому общественные инициатива всегда во внимании, а благодаря проведению таких обучающих семинаров юридический аспект ведения деятельности будет законным и полноправным.